студии Лариса Ульяненко. Здравствуйте! Вот и закончилась тьма. Наступают светлые времена. Солнце теперь всходит раньше, чем для многих из нас звенит будильник. Рассвет завтра наступит в 6:43. Темнеть же начнет в 18:30. А вот весеннее тепло пока не может одолеть зимние морозы. На этой неделе ожидается новая волна континентального холода. Конечно, лютым его не назовешь, но -3, -11 нам обеспечены. На потепление можно рассчитывать только в воскресенье. Именно с 20 марта начнется метеорологическая весна. И та, предупреждают синоптики, будет сопровождаться сырой, ненастной погодой. 15 марта в Старом Осколе с утра малооблачно, но потом горизонт затянут тучи и пойдет мокрый снег. Температура от -3 днем до -7 вечером. Ветер северный 3,6 метра в секунду. Атмосферное давление высокое – 753-760 миллиметров ртутного столба.